я думал, это выяснились. Убери это, черт! А, драка! Ну... Убери оружие! Вот это удар! Хватит с него! У тебя даже не будет времени пожалеть об этом. Ладно, ладно. Убери это чертово оружие. Вот это. Это твоя вина. Убери это чертово оружие! Ладно, ладно! Вот это удача! Ладно, ладно! Драка! Убери это чертово оружие! Вот ладно, это удача! Ладно, ладно! Убери это чертово оружие! Убери это чертово оружие! Вот это... Убери это чертово оружие! Вот это! Хороший бой! Убери это чертово оружие! Убери это чертово оружие! Убери это чертово оружие! Вот это удача! Бой.
хватит с него. Некоторых людей. Похоже, назревает правда. Люди, я больше не слушаю. Кто-то не то в этой истории. Если ты тут, видишь, как и в результате попадаешь на неприятную историю. Ты должен следить за тем, что говорил. Я сомневаюсь, что это когда-нибудь... Убери оружие! Кто впустил тебя? Торус. И какого черта ты здесь делаешь? У меня есть послание для магов. Ты работаешь на магов? Я не хочу с ними связываться. Пока. Не хотел бы я оказаться на его месте. Убери! Убери оружие! Убери! Эй, ты! Правильное решение. Эй, парень! Я под... Почему бы... Здорово! Скажи, а куда мы идем? Или это будет сюрприз? Проваливай. Хочешь немного побыть один? Я понимаю. Я буду неподалеку. Не обращай на меня внимания. Я всегда буду с тобой, не волнуйся. Я хочу стать призраком. И что с того? Ты можешь мне помочь? Если бы я знал, как. Мне нужно чему-нибудь научиться. Кто прислал тебя ко мне? Диего. С этого нужно было начинать. Если хочешь присоединиться к этому лагерю, ты должен быть хорошим бойцом. Или хорошим вором. Призраки будут испытывать тебя.
Они дадут задание, на котором ты не должен попасть. Поэтому начать тебе стоит с воровской науки. Так уж получилось, что я лучший вор во всем старом лагере. Ты ведь замолвишь за меня словечко перед Диего? Ну, если ты докажешь, что чего-то стоишь как вор, мы найдем для тебя дело. Как это сделать? Учись воровскому делу. Когда у тебя будет больше опыта в искусстве передвигаться бесшумно, в работе с отмычкой и в деле карманника, я поддержу тебя. Чему ты можешь меня научить? Это зависит от того, что ты хочешь узнать. Я хочу научиться передвигаться без шума. Скажу без ложной скромности, что я один из лучших воров, которых забрасывали в эту колонию. Но когда речь идет об обучении искусству подкрадываться, тебе лучше обратиться к Авалорну. Эй, ты! Куда мы идем? Убирайся! У тебя есть какой-нибудь план? Ты быстро учишься. Я достал все, что тебе нужно. Отлично. Осталось только добавить это в котел, и рагу будет готово. Погоди. Может быть, мы ходим кругами? Ты сказал, что я смогу взять столько, сколько захочу. И я тебя не обманул. Вот, забирай 3 порции. Ты сказал, что я смогу взять... Конечно. Это было здорово. Спасибо, что взял меня с собой. Thank you.
Я уже привык к тебе. Мне с тобой хорошо. Привет. Я тебя раньше не видел. Ты новенький? Только что прибыл. Ты уже решил, в каком ты будешь лагере? Нет. А что бы ты посоветовал? Ну, я думаю, у каждого лагеря есть свои плюсы и минусы. До тех пор, пока не примешь решение, ты можешь жить здесь. Этот дом только что освободился. Кстати, почему ты здесь оказался? Похоже, ты хорошо знаешь свое дело. Пока еще никто не жаловался. Да и что толку жаловаться? Здесь каждому идиоту нужен свой меч. А хорошие мечи делаю только я. Я бы тоже хотел здесь поработать. Ты не думаешь ли ты, что способен делать хорошие клинки? Вот, бери заготовку и суй ее в огонь. Когда металл раскалится до красна, клади его на наковальню. Готовый меч нужно опустить в ведро с водой, чтобы охладить металл. Но потом ты затачиваешь его на точильном камне. Для всего этого понадобятся инструменты, и я могу продать их тебе. Есть здесь такие типы? Веришь кому-то, и в результате попадаешь в неприятности. Так всегда и бывает. Ты собираешься напасть? Рак, хватит с него! Ты сам напросился. Не хотел бы я сказать, что его лично. Давай, убирай. Ему хватит. Эти уб... Ты уже покойник, просто еще не знаешь об этом. Это точно не... Держи это при себе. Это точно не моя проблема. Ты об этом пожалеешь. Я сомневаюсь, что это когда-нибудь изменится. Держись! Не слушайся. Лучше ни во что не ядовать. Держись! Лучше ни во что не ядовать. Верить в тому, что в результате попасть. Нет, нет. Что-то не то, вот. Снова ищешь? Чушь. Я хочу стать одним из вас. Не понимаю, зачем тебе добровольно соваться в шахту. Парни вроде тебя обычно быстро переезжают в замок. Исход уже предрешен. Ты об этом пожалеешь. Держись.
держал это на себе. Если ты думаешь, и в результат не попадайте. Ты не должен верить. Я думал, это... Давай поговорим о чем-нибудь. Каждый раз одна и та же история. Ты не должен верить. Полная чушь! Это точно не моя проблема. Я сомневаюсь, что это... Если ты думаешь... Он прикончил его. Хватит его на какое-то время. Самые дерьмовые. Эти оба... Ты собираешься напасть на меня? Молодец! А, драка! Опусти оружие. Больше этого не случится. Каждый раз одна и та же история. Да. Трап! А, драка! Ты кончил его. Он прикончил его. Знаешь что? Может быть, но кого это волнует? Может. Я больше не слушаю. Ты об этом пожалеешь. Здесь многие считают меня придурком. Но ты бы не стал общаться с придурком, правда? Они увидят нас и поймут, что были неправы. Может быть, но кого это волнует? Это просто не моя работа. Я сомневаюсь. Ты не должен верить в себя. Я думал, это не... Это просто не моя работа. Скорее всего... Ты мой лучший друг. А? Были времена, когда все было... Опусти оружие. Пока меня не слышали. Веришь ко мне? Пока меня не... Давай поговорим о том. Слушай, меня уже начин... Это точно не моя карта. Полная чушь! Что-то не так, это история. Были времена, когда все было совсем... Ты не должен делать. Но все этого не случится. Ты для меня как стар... Я тоже так я думаю. Думал, это выяснили еще очень давно.
пока меня не вкупят. Держись, мы поговорим. Лучше не вас. Держи это при себе. Люди. Ты сам откуда? В результате попадаешь в неприятность. Каждый раз всегда иначе. Были времена, когда все было по-другому. Если ты думаешь... Покажи мне, что у тебя есть.